Здравствуй, уважаемый зритель! Нас в детстве учили, что ябедничать нехорошо. Тех, кто ябедничал, не любили. Иногда даже применяли меры физического воздействия. В старших классах рукоприкладством уже не занимались. Просто знали, вот этот стучит. И старались при нем ничего соблазняющего на постукивание не говорить. От греха. Родители наши тоже знали, кто из сверстников тайный барабанщик. И дедушки с бабушками знали. Следует заметить, что в ябеды шли те, кто на другое был не очень способен. Не от хорошей жизни шли, от безысходности, в общем. За это власть разного уровня давала ябедам мелкие подачки, бонусы. Но всегда держала на вторых-третьих ролях, на униженном слегка положении. Потому что сверху спускалось мнение «стучать нехорошо». В книгах и кино про это говорили постоянно. То есть, с одной стороны, постукивай на здоровье, но осознавай при этом, что делаешь нехорошее. Вот такая дилемма. Почему было возможно такое пренебрежительное отношение к доносительству? Потому что в общество успешно, относительно успешно, внедрялась система условно-нематериальных ценностей. Например, когда меня ругали в младших классах, мне говорили, как тебе не стыдно, ты же октябренок. И чуть позже, ты же пионер. И действительно становилось стыдно. Октябренок, пионер, а вот такой фигней занимаюсь. Не буду больше. В комсомоле уже пожестче было. Исключение из рядов пионеров не влекло за собой исключение из школы. Неприятно, стыдно, но терпимо. А вот расставание с комсомольским значком было чревато вылетом из института. Про исключение из партии говорить нечего. Трагедия для взрослого человека. Сразу столько всего рушилось, что словами не описать. Ну и была куча всяких промежуточных вещей, через которые воздействовали на психику. До поры довольно успешно. А сейчас мы стремимся к росту собственного благосостояния. Учим детей, что главное — это хорошо зарабатывать. Остальное, мол, приложится. Недавно меня позвали выступить в школе рассказать детишкам о житье-бытие. Как стать таким же красивым и умным. Так детишки, не стесняясь, кричали «Зарплата, дяденька, у вас какая?» Для них это нормально. Ведь если дядя копейки получает, кому нужны его размышления о смысле жизни? И наоборот, если деньги есть, можно и послушать. Вот на беда такой продвинутый ребенок. Учитель его отчитать хочет. А что он ему скажет? Как тебе не стыдно, ведь ты... Ты кто? Ты ученик седьмого класса, сын владельца продуктового магазина. К какому сообществу уважаемых людей отнести ребенка, чтобы он устыдился своего поведения? Вообще непонятно. Можно, конечно, сказать, что будешь себя плохо вести, не сможешь зарабатывать много денег. Но бойкий ребенок может резонно возразить, что ты сама, Татьяна Петровна, гроши какие-то получаешь. Наверное, вела себя плохо в детстве, да? И не тебе мне рассказывать, как свою жизнь юную строить. В обществе, где нет каких-то общих высоких идеалов, в целом разделяемых большинством, единственный способ избежать анархии это тотальное доносительство. Все должны стучать друг на друга, а власть внимательно слушать сигналы и карать. В зависимости от уровня проступок, разумеется. За бугром система постукивания развита очень круто. Это называется гражданской ответственностью. Но стучать на соседа – это не грех ни в коем случае. Это проявление гражданского сознания во благо всех людей, живущих поблизости. Сообщать надо вообще обо всем. Там разберутся. Ребенку своему сосед подзатыльник дал. Собачку под твоими окнами выгулял, машину плохо поставил, на жену орет громко, мусор в подъезд выставляет, детишки его на свежевыбеленный потолок спички приклеивают. Стук по стук, кто не исправился, я не виноват. А уж сколько всего интересного для сообщения, куда следует, можно найти на работе и на дорогах. Дух захватывает от простора возможностей. И ведь сейчас стучать можно без визита в госучреждение. Хочешь с телефона, хочешь с планшета, хочешь с компьютера. В два клика позицию проявить можно. И это действительно работает. Времена нынче, конечно, гуманные, расстрелы не в моде, и 10 лет без правой переписки дают редко. Но рублевые дубины по голове лупить умеют, будьте уверены так настучат, что долго в себя приходить будешь. Вы только не подумайте, что я к такому проявлению гражданской позиции плохо отношусь. Да, рудименты старого еще советского воспитания дают о себе знать. И даже детям по привычке иное расскажешь, нехорошо, мол, я бедничать. Но головой это понимаю, при нынешней системе отношений в обществе другого пути просто нет. В значительной и с каждым днем увеличивающейся части общества нет никаких внутренних ограничителей, заставляющих принимать решения в интересах окружающих. Таким ограничителем может стать только страх попасть. Ощущение, что ты весь обвешен маленькими бубенчиками. Одно резкое движение, и тут же прилетает наказание. И еще раз прилетает. И еще. Пока не научишься походить плавно-плавно и умильно улыбаться окружающим. И если вы думаете, что это только в России так, спешу уверить в обратном. Просто в Европе такими бубенчиками все обвешаны с ног до головы давным-давно. И пример Второй мировой войны, кстати, ярко показывает, что бывает, если с представителей европейских народов такие бубенчики на время срезать. Они превращаются в безжалостных тварей, по сравнению с которыми даже матерые российские уголовники приятные, интеллигентные люди. Ну а с бубенчиками совсем другое дело ходят и улыбаются и постукивают. Я, честно говоря, не верю, что у нас в обозримом будущем появятся какие-то общие ценности, заставляющие во имя их вести себя прилично. Поэтому давайте-ка скачаем приложение вроде наш город и начнем проявлять гражданскую позицию. Постучим на счастье. Удачной вам охоты.